Здравствуйте, уважаемые любители домашней птицы. Сегодня я хочу рассказать о кучинских юбилейных кучках, кучинках. Это такой своего рода ремейк уже один раз выложенного на YouTube ролика. Просто он был случайно удален. Поэтому сегодня такая вот вторая версия, 2.0, обновленная немножко, дополненная. Вот. Кучинский — это была первая порода, с которой я начал заниматься птицей. Это было 10 курочек и один петух, которых я привез в возрасте 4 месяцев. Вот. Следом за ним я подселил родонитов где-то через неделю. Через месяц туда же подселились где-то. Нет, через 2 месяца подселились цесарки. Вот. Птица довольно-таки неконфликтная, она очень хорошо уживалась с другой породой, с другим видом. Вот. Пока птица взрослела, между ними устанавливалась такая иерархическая градация, то есть там, ну, одни пытались там как-то других немножко притеснять, и вот на этом фоне небольшие такие конфликты возникали, но, в принципе, когда птица уже стала более-менее взрослая, она довольно-таки нормально, мирно сосуществовала и вот среди своей семьи, и вот среди других птиц. Вот. Птица, в принципе, неприхотливая и такая, ну, которая среди этой птицы у меня не было ни одного незапланированного падежа. Вот. То есть со сменой каких-то климатических и погодных вот условий родониты, они у меня начали немножко хрипеть, и вокруг глаз у них какая-то такая жидкость появилась, ну, что-то вроде пузырьков каких-то, вот как слюна. Практически 6, вот все родониты, что были у меня, они вот такие имели признаки. Кучинки ни одна, ни хрипоту не подхватила, ни вот эти вот вокруг глаз какие-то выделения. Я их чем-то пропаивал, вот, то есть птица все нормально поправилась, но вот на кучинок это вообще никак не распространилось. Вот что хочу сказать, что, наверное, в принципе, я не знаю, но думаю, что у птицы такой довольно-таки хороший иммунитет. Вот. Это птица, которая не требует какого-то особого содержания, особого ухода. То есть она, в принципе, неприхотливая. Она ест все, что дают. Но есть один немаловажный, можно сказать, даже существенный такой момент. Эта птица, она имеет склонность к ожирению. Имеет склонность к ожирению, поэтому надо ее рацион выстраивать очень так грамотно. Так как это была моя первая птица, в принципе, я этой ошибки не избежал. Вот. Каждый раз мне хотелось зайти в вольер, в курятник, посмотреть на нее. Там каждый раз я заходя, брал с собой немножко зерна. Вот. Каждый раз бросал и смотрел просто, как птица клюет. Вот. Так как я не избежал этой ошибки, птица зажирела. Соответственно, возникли проблемы с яйценоскостью. Вот. Когда я заметил, что количество яиц упало, вот, я взвесил двух самых крупных кур. Вес был где-то 2200 и 2300. Вот. Кур я порезал, и вот на животе у них слой жира достигал примерно пальца. На животе внутренние органы были с такими прослойками жира, ну, соответственно, яйцевод тоже. Вот отсюда проблемы. То есть, что хочу сказать, поставить бункерную кормушку, как это делают вот некоторые вот с какими-то породами, тут в этом случае вообще вот, ну, так делать нельзя. То есть птица, как бы, ну, каких-то норм, вот, ограничений вот у себя в аппетите не видит. И очень тщательно, вот после этого я пересмотрел рацион и нормы кормления. То есть я существенно сократил норму. И из рациона, из ее значительно убавил кукурузу, пшеницу и отходы вот с картофельной кожурой, все, что такое, вот очень калорийное, вот это я вообще убрал на какое-то время. То есть часть птицы, она выправилась нормально, все там с яйценоскостью наладилось, а часть птицы пришлось забить. Вот.
статьях в интернете вес взрослой птицы описывается как 2,5-3 килограмма. На мой взгляд, это перебор. Птица явно вот с таким весом будет зажиревшая. Вот. И вообще, по-моему, эту птицу надо держать слегка голодной. То есть ее нормальный вес должен быть где-то 1,8 кг, ну, край 2 килограмма. Тогда и проблем с яйценосностью не будет. Вот. Петухи кучинские – это такие вот модераторы своего рода. Они за всем наблюдают со стороны. К еде подходят последние. Если находят какое-то зернышко, кладут его на видное место и подзывают остальных птиц. Вот. Если с птицей там происходит какая-то драка, склок, он оказывается тут как тут и может воткнуть обоим по головам. Вот. Но как бы не в этом случае. Тут он видит, что схлестнулись две индюшки, которые явно крупнее и тяжелее его. Поэтому для него лучшим будет это ретироваться. Вот что он и сделал. Как бы за всем наблюдает со стороны. Вот, петухи кучинские с 4 месяцев уже начинают интересоваться противоположным полом. Где-то уже начинают, пытаются уже топтать. И вот потому, как часто взрослые петухи топчут курочек, и по результатам инкубации могу сказать, что, в принципе, это очень такие плодовитые петухи. Вот полный инкубатор Blitz заложенный 72, где-то у меня было 5 неоплодотворенных яиц и 5 еще недоразвитых. Вот в итоге 10 яиц вот ушло в помойку, но я считаю, что это хороший результат. Вот. По характеру кучинская описывается в литературе как спокойная птица, ну как бы это такое спорное, на мой взгляд, суждение, потому как пока она предоставлена сама себе, пока ковыряется где-то там, ее не видно и не слышно. Но вот стоит только петуху попробовать на нее забраться с тем, чтобы топтать, или если вы захотите взять ее в руки, то крик будет стоять такой истеричный, как будто из нее живой кишки тянут. Вот. Что еще могу сказать? За все время содержания этой птицы, вот взрослое стадо у меня содержалось до 2 лет, и вот сейчас до сих пор еще одной курочке 2,5 года, не было ни разу, чтобы птица села на яйца. Вот где-то 2 или 3 экземпляра задерживались на пару-тройку дней, но не больше. Так что как бы суждение о том, что птица может насиживать, ну, у нее есть склонность к насиживанию, ну, для меня это спорное такое суждение. Вот. Сейчас как бы я для себя решил, что потихоньку от этой птицы избавляться буду, так как плюсы для меня не очевидны, то есть там птица и не такая скорострельная, как несушки яичных пород, и мяса там не так много, как в тех же бройлерах. Я решил, что птицу эту держать сейчас уже, наверное, не буду. Буду потихоньку избавляться от нее. Как бы минусы для меня, точнее, вернее, плюсы для меня, они не настолько очевидны. Вот, потому что порода хоть и не называется мясо яичное, в названии присутствует и мясо, и яйца. Но по яйценоскости она проигрывает несушкам. Вот, тем же там кроссам. И по размеру яиц, и по скорострельности. А по мясу она, конечно же, проигрывает мясным породам, ну и тем же бройлерам. Вот. Поэтому как бы для меня плюсы совсем не очевидны. По яйцу нестись, вот они начинают уже где-то с 5,5 месяцев у меня занеслись. Яйцо в начале 45 грамм, постепенно в течение 2-3 месяцев разгоняется до 60-65 грамм. И вот в таком же весовом диапазоне 60-65 грамм оно остается вот в течение всего времени. То есть если у родонитов яйца до 80-90 грамм бывали такие, у кучинок все время яйца в районе вот 60 грамм так и держатся. Какие-то особенные вкусовые отличия яйца в себе не несут от других. Это обычное такое же яйцо на вкус, как и у любой другой домашней птицы. По мясу, вот на вкус,
Вернее, чтобы как-то более-менее употребляемое мясо было, его надо подольше поварить, так как консистенция у мяса очень плотная. Вот, в сравнении с тем же бройлером оно гораздо плотнее, то есть надо подольше поварить его. И для меня это кажется, там, что это не мясная будет такая вот птица, а это скорее будет, вот из нее будет хорошая суповая курица. То есть бульон будет наваристый, жирный, и будет мясо, что там погрызть, зацепиться. Вот. Поэтому, как бы, если нужно мясо, обратите внимание на мясные породы или на бройлеров. Если хотите больше яйца, то на несушек. Вообще, просто это хорошая птица для того, чтобы начать с нее пробовать заниматься птицеводством. Ну, вот эта вот несушка, вот ей 2,5 года, она у меня уже последняя из тех кученок, что были. Молодежь я уже распродал, взрослое стадо выбил. Вот, поэтому, как бы, сейчас вот осталось там пару петушков и вот одна несушка. Ну, ее, скорее всего, я оставлю. Вот. Все, что хотел сказать про эту птицу, я сказал. Вот. Если кому-то понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, дизлайки. Пишите, комментируйте, подписывайтесь на канал «Домашняя птица». Все, всем спасибо, до свидания.